Всем привет, мои хорошие. Еще болею, но обещала небольшой обзорчик. Набралась немножко сил и поснимаю. Так, здесь у меня такая вот улиточка. Не нашлось времени показать ее. Посопровождает она меня в этом видео. А здесь у меня заказаны мои фаленопсисы. Так я недавно говорила, что мне все-таки захотелось собрать в своей коллекции различные природные варианты, и, возможно, некоторые будут в нескольких количествах, в разных цветовых вариациях. Вот. Пока было холодно, я потихоньку то там из наличия заказывала у кого что было, что мне попадалось, и вот оно все приехало. Здесь разные продавцы, разные поставщики, качеством я очень довольна. Много радостного всего. Вот есть с цветоносиками, ребята. Вот это вот тетраспис C2. Очень он мне понравился. И он пришел с цветочками. Правда, подсохшими, конечно, уже, но я посмотрела, цвет обалденный, все обалденное. Но вот здесь у нас абсолютно живые кончики цветоносов. Так что, может, еще что-нибудь будет. Так, ну вот здесь вот свеженький цветоносик растет. Тоже очаровательный. Видите, по наклеечкам, что большинство это Микки. Тут я сейчас покажу. Такая обалденная штука. Я ее очень хотела. Это моя очень давняя хотелка. Где ты, бирочка? Так. Это будет желтое чудо. Гигантея на Эмбайненсис. И это, как вы уже догадались, думаю, это Orch Club. Ой, пока держу в амхе, как получила, но надо будет обязательно пересадить. Остальные, в принципе, это орхидеи шоп. Все оставлю, все ссылки в описании будут. Вот, купленные в разное время и вот в теплое окошко, доехавшие ко мне. Так, кому интересно, значит, тетраспис сказала. Это у меня амбайненсис. Тут у меня стюартианки доехали наконец-то. Так, наконец-то, вернее, я на них созрела. Модеста. Очень мне захотелось Модесту. Мани. Вот я взяла... я не помню, показывала я или нет. На Orch Club себе Мани и Карнуцерви. Но там Мани Блэк и Карнуцерви Ред. И мне вот жутко припекло. Хочу обычный Мани. И я его купила. Приехала ко мне наконец-то опять-таки гигантейка. Долго я на нее зрела-зрела и решила, что созрею. И мне нравится, вот видно по цвету листья у нее... Не зеленые, ну, конечно, в налете, но они такие сами по себе сизые, очень красивые. Очень я этим всем делом довольна. А вообще сейчас очень жду, очень-приочень швертер заказала. И жду от девчонок с Orch Club этот швертер просто безумно. И буду потихоньку пополнять свою коллекцию фаленопсисов, потому что в какой-то момент я на них... От них, вернее, немножко отвлеклась, очень увлеклась пурпуратами и котлейными. Вот, вернулась назад. И теперь, кроме эквестриса, оказывается, еще и другие фаленопсисы умею покупать. Вот такой коротенький обзорчик. Вот такие хорошенькие слоники. Ссылочки все-все будет в описании. И на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока.